Кто там? Я насчет обмена квартиры на Черновцы. У меня уже есть предложение, но войдите, посмотрите. Садитесь, пожалуйста. Я сейчас. Я ждала вас в среду. Что-нибудь случилось? Нет. Добрались благополучно. Все в порядке. Вот ваши документы. Это вам. Есть что-нибудь для шефа? Ничего. Ради бога, вы не очень ушиблись. Нет, может, отвезти вас к врачу? Виновата. Разрешите помочь вам? Нет, нет, не надо ничего. Я сама дойду. Миш, все-таки я вас отвезу. Сумасшедший день сегодня. Я больше испугалась. Садитесь. Мне нужно еще переодеться, я опаздываю на концерт. Слушать Ротари? Да, как вы догадались. А сейчас к врачу. Нет. Нет, я опоздаю. Я вас отвезу. В случае опоздаем вместе. Это я ему подсказал тему этого концерта. Это его лучшая работа. Так вы с ним знакомы? Мы с ним большие друзья. Вот как? Да. Мнение о концерте Штейна. Неплохо. Но ведь его отец ваш шеф, так что вам полагается быть в полном восторге. Оказывается, вы зубастая.
Отлично играл Штефан. Да, там очень хорошо. А вот моей спутнице не очень понравилось. Олег Шульц, мне понравилось. Только не все. Да? А что вас не устраивает? Ну, вы знаете, мне кажется... Не сердитесь, пожалуйста. Мне кажется, что последнюю часть нужно играть более ярко, более темпераментно. Простите, вы тоже музыкант? Нет. Я играю фольклор. Этого, пожалуй, маловато для того, чтобы так резко судить. Извините. Да нет, почему же? Ваше замечание довольно профессионально. Я рад нашему знакомству. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Да, вы, пожалуй, правы. В чем? Штефан сегодня был виноват. У него большое горе. Год назад в автомобильной катастрофе погибла его жена. И он остался с дочкой. Слушайте меня. Народную музыку. Ничего удивительного. Это моя профессия, Олег. К тому же молдаванка. А жила далеко отсюда. Хорошая мелодия, но это современное исполнение, а мне бы хотелось услышать старинное. Вы не поможете мне в этом, а? Я к вашим услугам. А у тебя что, Сережа? Да ничего нового, Иван Федорович. Проверили весь маршрут Милки Вуйковой. Никаких следов. Расстраивало, как дым от сигареты. Ни в больницах, ни в моргах нет. Составили и распространили словесный портрет. Во сне снится. Может быть, здесь нам больше повезет, чем в Романешках? Кажется, здесь, Олег. Ой. Вот он. Держи. Здравствуй, девочка. Здравствуйте. Игнат Волоцкий здесь живет? Вот этот? Погоди. Так это мой отец. Да? А что, нужен? Позови. Тате! Здравствуйте. Это вы ко мне? Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Вы Игнат Волоцкий? Да, я. Знаете, мы собираем народные песни, и нам скажут, что очень хорошо поете. Может быть, исполните для нас что-нибудь? Я пою? Пожалуйста. Тинерел мамын сура, тинерик мям луа, тинерик дин ласат май. Оф-оф-оф-оф. Знаете, я хорошо пою, только когда стаканчик винца выпью, молдавского, такого хорошего. И тогда, пожалуйста, я могу получше петь. А то, знаете, голос не слушается. Тата, им Лили Мария нужна. Ее всегда записывают. А, точно. Так что же я? Пойдемте, я знаю, где она живет. Пойдемте, покажу вам. Крешт подурешитендаса. Крешт подурешитендаса. Și mai las un loc de o clasă. Și las un loc.
прекрасна. Красивая ты. Дети есть. Не замужем я. А он? Так, знакомый. Машину не испортит. Нет, он в этом понимает. Послушай, тебе эта песня понравится. In parcete vaden sad, a doina, a doina, a doina, keď de atunci când ai plecat, a doina, a doina, a doina, liniștea n-o mai știu, a doina, a doina, a doina, și mie sufletul pustiu, a doina, a doina, a doina. А другого Валуцу у вас в селе нет? Нет. Ну что ж, спасибо вам большое. Вам спасибо. Будьте счастливы. Все-таки не хотите, чтобы я проводил вас до дома? Наверное, ворот ждет ревнивый муж. Да, с огромным ружьем. Много вы понимаете в ружьях. Так когда мы встретимся? Ну, может быть, завтра. Завтра? Угу. Понимаете, у моего шефа юбилей. И не пойти к нему, ну, просто... Ну, конечно, конец карьеры, я понимаю. Ой, какой же я болван. Так мы просто пойдем вместе. Нет, что в это неудобно. Прошу. Благодарю вас. Я передала ваше сообщение. И подготовила для вас по заданию шефа дополнительную информацию о профессоре. Собрала кое-какие сведения о его ближайших планах, новых работах. Сейчас в связи с юбилеем появились статьи в газетах. Прочтите. Вот. Так, общие фразы, дифирамбы. И 60-летие награждают орденом Ленина. Конкретные сведения о его работе в печать не проникают. Понимаю. На днях приедет один человек, и, возможно, вам придется с ним встретиться. Пока все. Ну что ж, займусь. Как вам мой выбор, а? Милый Олег. Это нам, мужчинам, кажется, что мы их выбираем. На самом деле, они выбирают нас.
но так искусно, что мы всю жизнь об этом даже и не подозреваем. Поздравляю. Держи. Это что, третья хрустальная ваза? Да нет. Ну, почему? О, Николай Николаевич. Здравствуйте. Вы же были в командировке. Командировки бывают дальние, бывают близкие. Так, наши все дома. Так. Я тебе еще подарок приготовил. Так. Разыскал одно устройство. Вот послушай. Братья, любимые, родные, люди на вашем берегу песни поют. Ветер кумачом играет. А у нас в сердцах ржавый штык ворочается. Так тяжело, что жизнь и солнце не в радость. Замерзнет Днестр, попрощаемся с бой своей, и будь что будет. Ударимся всем селом на советский берег, лишь бы ходить по великой братской земле. Ты это письмо, Андрей Петрович, писал 40 лет назад. За тебя, Андрей. Спасибо. За твое здоровье. Ваше здоровье, Андрей. Спасибо. Вот что, товарищи. Из Москвы сообщают, что к нам едет некий коммерсант Юджин Каминский, специалист по сельскохозяйственному оборудованию. Есть основания полагать, что в его намерение входит не только закупка оборудования. Надо заняться этим коммерсантом серьезно, товарищи. Все ясно. Прилетает он завтра утром. Рейсом 17:43. Случилось? Что тебя обидел, Марчелло? Совсем забыл. Нужно. Счастливо. До свидания. Что случилось, Марчелло? Ну, что случилось, девочка моя родная? Ну, о чем ты плачешь? Я же с тобой, доченька.
Ну, успокойся. Милка Вуйкова, стенографистка, действительно родилась и проживала в Варне. Потом уехала в ФРГ на работу в болгарское посольство. И спустя 2 года умерла. По сведениям, полученным из Болгарии, Милка Вуйкова в Советском Союзе никогда не была и визы на въезд в нашу страну не просила. По фототелеграфу мы получили фотографию Милки Вуйковой. Некоторое сходство между покойной и словесным портретом туристки, которая исчезла из поезда, действительно есть. Но это, безусловно, разные люди. Ну что ж, спасибо. Этим паспортом я воспользуюсь после завершения операции. Ваше здоровье. Здравствуй, здравствуй. Как у нас обстоят дела? Хорошо. А как уроки? Хорошо. А музыка? Тоже хорошо. Тоже хорошо, ты моя девочка. Во время пребывания в Кишиневе Юджин Каминский, вот он, кроме официальных лиц, встречался с Зоей Кушнир, студенткой политехнического института, с Николаем Чимбро, рабочим тракторного завода. Хотя Каминский жил в гостинице «Интурист», он несколько раз ходил покупать газеты в киоск возле Института физики, где киоскером работает няга Галина Петровна. Надо проверить, нет ли среди них не случайных людей. Маша. Что, сыночек? Я говорю, всю жизнь мечтал иметь такую щедрую тещу. В чем дело? Лейтенант Чеботарь. А разве я нарушил? Нет. Мне надо в парк. Успеете. Поехали. Ясно. Отпечатки пальцев гражданки Няги, снятые с окна такси и перекопированные на дактилопленку, полностью совпадают с отпечатками пальцев дактилокарты гражданки Мюллер. Обратите внимание, одинаковые направления потока папиллярных линий, тип узора петлевой. Есть и другие совпадения в деталях папиллярных линий. То же самое мы можем сказать и в документах. Рукопись Няги исполнена тем, что и рукопись Мюллер. В заключение экспертизы мы подробно изложим, на основании чего мы пришли к такому выводу. А что нам известно о Мюллер? Разведкой противника она нелегально была переброшена на наш оперативным путем. Удалось добыть ее документы. Лично заполнил кету, оттиски пальцев, а также ряд записей. Фотографию Мюллер найти не удалось. Значит, не Мюллер. Что в искусстве всегда трудно. А к тебе вообще отношения? Почему ты не ездишь? Я много езжу. По селам Молдавии и Украины. Ты поехал в международный конкурс, там бы тебя заметили, оценили. Видишь на себя постоянно. Люди завистливые, злые. Какая плохая статья появилась в газете. Я понимаю, тебе больно за меня, ты права. Но все изменится. Уже изменилось. Нет, ты удивительно наивный человек. Что изменится? Ведь все зависит не от тебя одного. Все зависит от того, как к тебе относятся. Ты себя просто не ценишь.
Семен Федорович, старуха вошла в парк, идет по боковой аллее. Много людей в парке? Почти никого. Проводите наблюдение. А вот это уже зря. Все ваши действия зафиксированы на пленку и в присутствии понимаете, что будьте любезны, нет. Как я буду эти 10 дней без тебя? Нет, нет, поедешь. Вена — это прекрасный город. Я была там туристкой. Там очень любят музыку. И ты будешь иметь большой успех, я уверена. Жалко, что меня с тобой не будет. Томми, там есть знакомый, послать что-нибудь. Пошли ей бутылочку. Не груди пуркарь. Нет, не тот случай. По-моему, она любит духи. Москва. Отвезешь ей, ладно? С удовольствием. Пожалуйста. Забыла передать сувенир для твоей знакомой. Знаешь, может, не надо? Некогда тебе будет этими мелочами заниматься, не надо. Ты что, раздумала посылать? Ну ладно, возьми. О, пора. До свидания. Удачи тебе.
Как вы признаете эти деньги ваши? Да. Я вам сейчас скажу, откуда они у меня. Мой знакомый попал в тюрьму. Я ему давала деньги. Он не успел вернуть. Я получила от него записку. Там сказано, что деньги... Еще до ареста. Ему удалось спрятать под камнем у родника. Вот я и пошла туда. Успокойтесь, пожалуйста. Было все. Здравствуйте. Госпожа Штутгер здесь живет? Заходите. Спасибо. Прошу. У нас сегодня гости. Пришли мои друзья. Знакомьтесь, пожалуйста, Карл. Guten Tag. Очень приятно. А это Петр. Guten Tag. Здравствуйте. По-русски, к сожалению, они не говорят. Садитесь, пожалуйста. Питер. Спасибо. А мне зовите просто Отто. Ляться не надо. Вы знаете, мы с сестрой были на вашем концерте, и нам очень понравилось. Простите. А что вы выпьете? Благодарю вас, я не пью. Попросите, пожалуйста, госпожу Штудлер. Мне очень неудобно, сестра ненадолго вышла. Но она скоро вернется. Если вы ее не подождете, она очень огорчится. Хорошо, я подожду немножко. Минуточку. Thank you.
Узнаете? Да. Это ваше исполнение. У меня вечером концерт. Я спешу. Передайте фрау Штудлер этот маленький подарок от ее знакомой из Молдавии, Лидии Флоре. А это зачем? Майн дизайн фон Штейн Лайф. Нет. Это не для Лайфа, это не для Штерна, это просто на память. На память, ну, пожалуйста. Питы. А. Фотограмм. Пожалуйста. Благодарю. Мне кажется, Штефан, что у вас некоторых деятелей искусства как-то не особенно охотно пускают за границу. И вы их числе. Вам это не показалось странно? Вы должны выступать в Лондоне, Милано, Токио, Нью-Йорк. Видите ли, настоящий художник должен принадлежать всему миру. Ведь ваша истинная родина – это музыка. Как вы на это смотрите? Да, музыка меня и зовет. Мне пора идти. Передайте госпоже Штудлер. До свидания. Одну минутку, маэстро. Наш разговор еще не закончен. Надеюсь, он состоится к обоюдному удовольствию. Что это значит? Да, вы, конечно, хороший пианист, и мы можем сделать для вас очень много. Не понимаете? Нет. Сигару? Я покажу свои. Угодно. Флуэраж. Благодарю. Вернувшись с концерта, я это никому не говорю об этом. Но все больше мною овладевает отчаяние. Почему ко мне такое отношение, невнимание? Узнаете страницы из вашего дневника? Как они попали? Все чаще думаю, что здесь, в этой стране насилия, я никогда не дождусь справедливости. Этого я не писал. Не имеет значения. Садитесь. Удерживать вас мы не будем. Вы можете отправляться домой. Но я бы на вашем месте не принимал поспешного решения. Не забывайте, что у нас остается ваш дневник, фотографии, автограф. Этого достаточно. Самый лучший выход для вас – остаться здесь. Здесь перед вами откроются широкие возможности. Мы позаботимся о вашей карьере. К вашим услугам будут лучшие концертные залы мира. Ну да, конечно. Париж, Лондон, Нью-Йорк, Токио. Решайте. Я предпочитаю концертировать по селам и городам Молдавии и Украины. Хорошо, как вам будет угодно. Возвращайтесь в свою Молдавию и забудьте о нашем разговоре. Я не собираюсь вам угрожать, господин Ротер, но представьте, а вдруг в вашу дверь звонит наш человек, ему открывает ваша дочь Марчелла, кажется. И вы осмелитесь? Успокойтесь. Начало концерта в 7 часов. А волнение может помешать вам хорошо выступить. Желаю вам успеха, господин Ротер. Ваше пальто, маэстро. Вы должны вести себя разумно. Все будет в порядке. Если мы вам понадобимся, адрес у вас есть. К
вашу дверь звонит наш человек, ему открывает ваша дочь. Марчелла, кажется. Марчелла, кажется. Господин Ротари, это чудесно. Я второй раз на вашем концерте. Такое огромное впечатление. Благодарю вас, госпожа. Штудлер. Штудлер? Герта Штудлер. В доме. Ваша знакомая из Кишинева, Флоря, передала вам маленький подарок. Флоря? Лидия Флоря. А, Лидия. Конечно, конечно. Она сюда приезжала, а я была переводчицей в их группе. Я оставил подарок вашему брату. У меня нет братьев. Что? Я сдавать свой дом в аренду. Я всего лишь простая переводчица. Боюсь, что квартиранты не очень удачные. Я сейчас живу у своей сестры. Передайте мой привет, Лидии. К сожалению, я не взяла. Ничего. Я понимаю. Пожалуйста, передайте ей от меня этот маленький знак внимания. Знаете, я очень рад нашей встрече. И я рада. Спасибо. Вам спасибо. Передайте Лидии. И желаю вам очень много счастья. Мы хотим вам задать несколько вопросов о вашей знакомой. Вы были с ним на юбилее профессора Ротаря. Что именно вас интересует? Она физик? Нет, она музыковед, собирает фольклор. А вы не увлекаетесь музыкой? Нет. Нет, не скоро. Меня занимают вещи весьма далекие от музыки. Хотя однажды... С Лидией Флоря. Мы ездили по селам, изучали старинные песни. Пожалуйста, подробнее о вашей поездке. Хорошо. Мы разыскивали одного человека, певца. Uh-huh. Она очень хотела его найти, но не повезло. Нашли этого Валуца. Простите, как вы сказали? Валуца. Может быть, вы помните его? Да, помню. Игнат. Игнат Валуца. Продолжайте, пожалуйста. Итак, в каких селах вы побывали? В Михайлянах, Романештах. И много встреч у вас было? Да нет, не очень много. Прекрасно пела женщина. Голос удивительный. Собственно говоря, фольклор не наша сфера. Скажите, Флория не расспрашивала вас об институте? Ну что вы, нет, никогда. Спасибо. Желаю успеха. До свидания.
Поехали. Вернувшись с концерта, я это понял, но никому не говорю об этом. Но все больше мною овладевает отчаяние. Почему ко мне такое отношение, невнимание? Узнаете страницы из нашего дневника? Как они попали к вам? Не имеет значения. Как ты это объяснишь? Вот ты какой. Странно, что они не проверили твой дипломат. Проверяли. И довольно тщательно. Возвращая свой номер, я каждый раз убеждался, что в моих вещах рылись. Но магнитофон все время был со мной, на репетициях и на концертах. Ты не ответила на вопрос. То, что они говорили, могла знать только ты. Ну, если ты так думаешь, зачем ты привез меня сюда? Почему не отвез туда, куда следует? Нет, сперва ты скажи. Почему ты пришла на аэродром? Ты думала, что я испугаюсь за Марчеллу? Марчеллу? Вот оно что. Как я надеялся, видав эту Штудлер, что ты ни при чем. А ты? Да, я совершила подлость по отношению к тебе. Но ты знаешь, в глубине души я надеялась, что, может быть, ты останешься там. Я приеду к тебе туда. Упаду перед тобой на колени, буду просить о прощении. Все это бред, конечно, я понимаю, бред. Я не имела права больше к тебе приходить. Но я здесь, потому что тебя люблю. Какая же дрянь. Дрянь. Не надо. Не надо. Няги. Ясно. Продолжать наблюдение. Все. Алло, лаборатория профессора Ротвея? Попросите, пожалуйста, Андрея Петровича. Угу. Хорошо, спасибо, извините. Уже уехал, Ян Федорович. Как известный профессор Ротер
прибыл. Он уже выступал на симпозиуме. Хорошо. Давайте проверим, не упустили ли мы чего-нибудь. 17:00 у профессора назначена встреча с одним из сотрудников местного университета. Времени хватит? Да, вполне. Мы уже все подготовили. Но плохо другое. Юджин оставил в тайнике для резидента пакет. Однако резидент на связь не вышел. Молчит Кишинев? Да. Немедленно отзывайте оттуда 12-го. Да, Ротер. А, знаю, знаю. Хорошо. Иду. Здравствуйте, господин Ротер. Прошу, ваша машина. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Говорили, что в университет в центре. Куда мы едем, господа? Здравствуйте, Георгий Алексеевич. Я бы хотел с вами посоветоваться. Это касается профессора Ротаря. Случилось что-нибудь с Андреем Петровичем? Что с ним? Он сейчас находится за границей на международном симпозиуме. Георгий Алексеевич, у нас есть основания предполагать, что им заинтересовались люди, настроенные против нас. Возможно, провокация. Андрей Петрович, здравствуйте, рад вас видеть. Милости прошу. Проходите. Раздевайтесь. Чувствуйте себя как дома. Пожалуйста. Садитесь. Не узнаете? А мы ведь с вами встречались в Харькове 2 года назад. На международном симпозиуме. Я выступал после вас. Неужели не помните? Что вам нужно от меня? Извините, что таким несколько конспиративным способом вас сюда доставили. Вы знаете, газетчиков, ненужных разговоров. Андрей Петрович, поверьте, я желаю вам только добра. Ваше блестящее выступление на симпозиуме убедило всех нас, меня, моих друзей. Каких друзей? А я вам сейчас все объясню. Я, как пламенный поклонник международных контактов, хочу, чтобы вы поняли, вам с вашей головой, с вашим талантом,
Вам нужны более широкие горизонты. Значит, что у вас нет... Ваш... Что, сын? Не волнуйтесь. Ваш сын — натура творческая, ищущая. Широк. Стоило бы все объяснить. И он понял, и согласился. И вот, не верите, убедите сами. Пожалуйста. Ваш сын привез в Вену пакет вашего агента. Мы обо всем договорились. И вот, как видите... Послушайте. Лучший выход для вас остаться здесь. Прекрасно. Мы позаботимся о вашей карьере. К вашим услугам будут лучшие концертные залы мира. Да, конечно. Париж, Лондон, Нью-Йорк, Токио. Вас это убеждает? Год назад я выбрал. И, как видите, не жалею. Какая подлость. Ра, мой сын не я. Он мой сын. Чтобы мы, Ротари, предали родину. Профессор, ведь себя как мужик. Да, я мужик. И сын мужика, и горжусь этим. Петрович, надо очень серьезно поговорить. Слушаю вас. А, Петр Николаевич, после утреннего заседания профессор вернулся в гостиницу. Потом уехал в гости. И уже второй день его нет. Узнали, куда он уехал? Узнали. Он за городом, на частной вилле. Угу. Нужно потребовать от местных властей возвращения профессора. Мадам Дюпон? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Professeur Rotard est chez vous. Mais non, il n'y a personne chez moi. Permettez. Je vous ai dit. Thank you.
здравствуйте, не подвезете, я опаздываю, а? Садитесь. Да? Ой, хорошо. Замерзла. Побыстрее, пожалуйста, а? Можно? Можно. А еще быстрее можно? А? Второй. Объект спрыгнул с поезда. Захватил часть под номером 23 МДТ. Следует по Южному шоссе. Старший лейтенант Хымку слушает. Батарь, оставайтесь здесь. Я вызову скорую помощь и машину ГАИ. Разрешите вашу машину. Опасный преступник. Пожалуйста. Пятьдесят второй. Через 10 километров железнодорожный переезд. Машина 23-23 МДТ движется на большой скорости в сторону переезда. Проходите.
Прошу вас, садитесь. Вот что, Флоре. Я надеюсь на откровенный разговор. Чтоб вы не заблуждались, скажу вам все сразу. Мы имеем у вас подробную информацию. Мы знаем, по заданию какой разведки вы нелегально прибыли в Советский Союз. Знаем характер вашего задания. Основная цель – профессор Ротарь. Здесь вы ничем не гнушались. Ваше отношение с сыном профессора... Может быть, не надо об этом. Хорошо. А теперь я хотел бы знать, где ваши родители? Вы сказали, что вам все обо мне известно. У меня нет родителей. Мать умерла давно. Отца расстреляли вы. Откуда у вас сведения о смерти отца? Молчите. Товарищ Батарь, машину к 5-му подъезду. Ну что ж, Мария Валуци, совершим небольшую прогулку. Я думал, что умру и никогда не увижу тебя. Разве ты ждал меня? Это я искала тебя, хотя мне сказали, что ты расстрелян. А ты живешь здесь. Боролся против них. Ненавидел. Внушал мне эту ненависть. С той же ненавистью, что внушал я тебе, под чужим именем я возвратился на эту землю. Но ненависть моя с каждым днем таяла. Я здесь встретил совсем других людей. Там далеко от них я мечтал об их счастье. А они счастливы. Я думал об их свободе. А они свободны. Я не наемник. Я родился здесь, на этой земле. Нарушил закон. Был наказан, по справедливости наказан. Очень жаль, что не только свою молодость я погубил. Что ж мне теперь делать? А? Я агент номер 12. Это моя профессия. И больше ничего. Что сказать, дочка, если я сам принес тебе горе? И себе, и тебе. Но все уже позади. Для меня
позади. Мы с тобой посадим виноград, орехов целую рощу. Врешь ты все. Врешь. Все вы врете. Ненавижу. Ненавижу. Вы правильно сделали, что сразу после приезда позвонили нам. Я понимаю, какое у вас было состояние в Вене. Но все-таки вы удачно выступили на конкурсе. Я поздравляю вас. Иван Федорович, я очень боюсь за Марчелло. А вы не тревожьтесь. Это наше дело. С вашим отцом все хорошо. Скоро будет дома. Она принесла вам много горя, эта женщина. Вам бы надо о ней забыть, Штефан. Ее будут судить. Конечно, будут. Она не просто заблуждающийся человек, она враг. Оправдывать ее трудно. А как бы вы поступили? Простили?